ваша бабушка не человек. Следи за словами, девочка. Выходите, девочки, и познакомьтесь со своей бабушкой Изабеллой. Живете здесь всего несколько дней. Постарайтесь не спалить дом, ладно? Расскажи нам сказку. По легенде, под видом ведьм в наш мир проникали демоны. Они едят детей? Они высасывают их кровь, чтобы украсть их молодость. Ведьм ведь не существует, правда? Существуют. И они придут за тобой. Я не ем мясо. Есть что-нибудь другое? Дорогая, это не просто ужин. Это наш семейный обычай. Думаешь, бабушка могла бы быть ведьмой? Сеньора Изабелла суровая женщина, но с другой стороны она полна любви. Она не причинит никому вреда. Мы скоро станем неразлучны, малышка. Что, если мама и папа никогда за нами не вернутся? Мамочка, это не наша бабуля. Мама? О, милая. Выпустите меня отсюда, пожалуйста! Думаешь, это ты решаешь, когда можно уходить?